Физкультурно-спортивный фестиваль «Старт и надежд» объявляется открытым! Начинается парад образовательных учреждений, посвященный старту Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и 158-летию со дня основания нашего любимого города Хабаровска. Встречаем будущих чемпионов. В параде принимают участие школьники лицея инновационных технологий. В начале школ первые шаги. Открытие. Лицея «Вектор». Кадетской школы 1. Школы 1 и 14. Да здравствует спорт! Здоровье! ГТО! Ура, Хабаровск! Счастья, удачи всем! Спортивного образа жизни и крепкого здоровья! Your body, huh?